Катюшка, пока. Мы на сансет. Пока-пока. Ага. Давай-давай, Саша говорит. Вот это можно разукрасить как-то красиво. Корешки такие. Очень можно красиво оформить. Ой, а у них тоже есть такое дерево. Чало. Вот у них прям вот это вот средняя картина. Точно такая же с обезьянами. Я так понимаю, к живой музыке они закрыли, чтобы не глазели тут за бесплатно. Говорю, не беги. Don't run, don't run. Не беги. Papa, no running. Papa, old man. Papa, no running. Old, old man. Я говорю, я не бегу, я же старый. А я запыхалась. Какой, какой я старый. Не угнаться, чтоб я так жил, чтоб я так старился. Ой, Венеция, look at the Venice. Венеция. Бамбуки. Today cow come. We not bring vegetable. Я опять насобирала овощей и фруктов. Корова пришла. Green салат. Organic food. Свежие, говорит, ест листики. Собрала, а думаю, не найду же я теперь коров на пляжу. Корова интеллигент. Корова интеллигент. Корова умная. Еще одна корова. Что ж ты у нас вчера так не сложилось-то с ними? Как она сейчас красиво пройдет по солнышку, по отражению в воде, в этой лужице. Я ему говорю, иди уже. Я хочу в своем темпе идти, в крейсерском. Я так бегать уже не могу. Мне не 16 чай. Сейчас пробежится, вернется. Еще раз пробежится, вернется. Вокруг меня кружок. А мне показаны соляные теплые ванны на берегу океана. Доктор прописал. Вот так. Буду вот так ходить. Теплый декабрь 2018. Вернулся. Вот другое дело. Не будешь убегать. Угу. This is matching, even chapel matching, but I don't know, rubber matching or no? Сочетается, говорит. Сочетается. Голо, голо, голо. Hi. Hello. Счастливые девчонки. Еще и потанцевать успевает во время оббега вокруг меня. Здрасте, здрасте, здрасте. Вот они тут вокруг кафе ходят, зазывают. Они стоят. Имеет смысл, потому что иной раз человек не знает, где он поужинает. Никуда-то идет специально. А если они вежливо и так радостно позовут, пригласят, скажут, иди как нам в кафе. Спокойно нового покупателя получат. Это все официанты. Ну, они нас знают, поэтому нас не сильно зазывают. Вон йога. Come on.
Ну вот здесь вот люди сидят, но здесь плетеные кресла ротанговые. Там вот пластиковые, а нет, тоже плетеные. Я думала, может, фишка в том, что в плетеных креслах уютно сидеть. Не поймешь, чем ресторан берет. Ну вот, рынок начинается с гвоздей. Украшения. Украшения вообще за донейшн. Но это уже, да, это уже слишком. Вот они стали как-то так сидеть прямо каре, прямоугольничком. Раньше просто в линию. Намасте, намасте. Хорошо, ищи себе массаж ступней. Намасте. Наконец-то он увидел чай. Давненько он чай не видел. Тут продают, естественно, чай. Раньше еще и самосу носили. Самосы, говорит, нету? Сит. Maybe there or there. Куда-то надо сесть и уже начать смотреть на закат. Ага, давай, садимся. Сит. Саши, come for meditation. Sit, watch. Сиди, наблюдай, иди сюда. Давай. Саши, ты закрыл мне солнце. You close for me sun. I thought you want to meet my movie. На тебя, да? Типа молиться, наблюдать. Успею. Дай пока на сансет налюбоваться. Иди ко мне, да. Это кто-то же занял место. Они придут, будут торговать. Высокие такие парни. Ну, такие миленькие. Пинеточки в виде машинки. Соль? Did you put salt? Salt, да. What is your name? My Ginger. Ginger? Ginger. 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 You go to school afternoon. Она учится. Зовут ее Кинджер. Ей 9 лет. Очень красивая. Краше и краше с каждым годом. Саши зачем-то попросил, чтобы она продала кукурузу. У нее там семейный бизнес. Очень вкусная кукуруза. They don't know about shopping. Uh-huh. Where music? Откуда музыка? Непонятно. Все, мы потихонечку опять домой. Папа хэппи? Very happy, very happy. Hello, Bryce. Молодец, совершенно невозмутимое лицо. Явно он простоит полчаса. Я визжала очень даже хорошо. Вот это концентрация у человека. Maybe I don't know. Great. Вообще, как будто бы даже ему не больно. Don't try at my age. А? Don't try at this age. Он говорит, не пробуйте в моем возрасте. Не советует.
целая картина. Почти как у меня на стене. Ой, какой чудный. Дарлинг, дарлинг, дарлинг. Where is Krishna devotee people? Где же кришнаиты-то? Они ведь тоже были здесь изюминкой. Хочу кришнаитов. Никто не пляшет, не танцует. Желаешь? Хачапури, желаешь? Все, нет. Нет, сегодня финиш. Что у них за африканский флаг? Which country флаг? Чего они раздают? Флайеры какие-то? На тусовку какую-то приглашают? Саши, как маленький любопытный ребенок, хуже меня. Куда приглашают? All right, thank you. Thank you. Sudan? Ethiopia, I don't know. Ethiopia? Ethiopia? И куда они приглашают? Но он не похож на эфиопа-то. Where they invite us? In the jungle. В джунгли? Yes, plenty of джангл? Не, я не better хочу в джангл. Keep your money home. Money or the charter. Don't touch it, now it is 70 ruble for $1. Same in India also rupees 70 now. Last year was 60 rupees dollar. So many people get money in ruble only. Надо купить все-таки фальдегрипал и вискас и носить им. А то что-то с ними не все делятся. Но этот с ошейничком, он должен быть не голодным. Но они умеют, уже умеют проявлять смекалку. How long you stay? One month. Like December and then January we go back. And then February we go Varanasi for the Kumbh Mela and all. Помидорку прямо ест, помидорку. Не сытый, не особо сытый. Здесь свои. Это еще с прошлых годов знакомая. From which country this lady? This lady from Austria. Австрия. Yeah. Что-то как-то не особо активно бизнес у рестораторов. Еще не началась живая музыка. Ой, осторожно, осторожно. Прям как у нас на заваленках. Вот это кафе всегда пустое, так его жалко. Да, в том году они построились, так никто к ним за сезон не приходил. Саша мне хочет показать место, где сейчас наша Саския живет. Мы здесь жили. Что-то к кому-то мы сюда ходили в гости. Саския. Oh, I think she left. Как уютно. Thank you.
Большая такая квартира. Ну, еще не началось. Люди только репетируют. Ван тут. Ван говорит. Говорит Ван. Опять с кем поболтать. Коробки мне уже не нужны. У него вон даже лежит 3 коробки. Я пошла домой. Давай, хорошо. Ой, лягушечка, смотрите-ка. Стой. Снимись. А у наших никакой торговли. Магазинчики оформлены. Кто это там у нас уезжает? Ну что, придумал название? Нет еще. Ну ты хоть список-то нашла? Список-то нашла, имен-то? Нет, ВКонтакте он у меня сохраненный и нету. Ясно. Не открылся, интернет же у нас. Так, ой, накрашены. Да, в клуб же все-таки. А, в клуб, бросили. У тебя сейчас работа, да, на работу да, едешь? На работу. Классно, космонавт. Замечательно. Слушай, да, космонавт классно, смотришься как космонавт. Ты маме такую фотографию отправляла? Она, я просто ей звонила, была в шлеме, она такая, ой, тебе так идет. Идет. Мама такая гламурная. Идет, говорит, ну, шлем. Мама, да. Не, ну правда, хорошо так. Хорошо. Ну давай, а так. Вы уже вернулись? Нету там как-то? Ну, мы. А мы просто там посидели, посмотрели сансет, а сейчас возвращаемся. Саша будет готовить овощное рагу. Если хочешь, я тебе оставлю на холодильнике. Хорошо. Он очень вкусно готовит овощное карри. Я тебе оставлю, прикрою полиэтиленчиком. Круто. Благодарю. Ага, на здоровье, давай. Ты поздно, да, вернешься? Ну, наверное, да. Ага. Ага, ладно, хорошо. Все, давай, хорошего вечера тебе тоже. Пока. Ну все, Катюшка на работу. Я свою работу выполнила. Я ему порезала овощи. И он сейчас придет, приготовит овощной карри. Уже идешь, да? Давай, кам-кам. К Саске мы зашли, но она не любит, чтобы у нее снимали, поэтому я только для себя сняла на телефон. Очень красивый дизайн. И вот сейчас, Саши, я ему все порезала для овощного карри. Цветная капуста, картошка, морковка, паприка, лук, томаты. И он будет готовить. Я как студент пока что вот так вот. Сегодня он сказал, что сам хочет приготовить. Вот. И надо еще кориандр. Кориандр порезать. Ну все, всем счастья, здоровья, любви, удачи. We will start to cook and tell yes. everybody love and happiness. Yeah. Ну куда? Назад. tell them everybody good night. No, good night, потом. Потом good night. Now is good evening. How are сейчас, you? I'm going to make nice dinner, cooking. If да, you он like, сейчас будет you готовить. Join me and eat. Присоединяйтесь, говорит. Free of cost. И поедим. I love all of you. Все, thank говорит, you, я Sairam. Люблю всех вас. Все, спасибо, до свидания. Все, сайрам. Ага, thank you. Вот, ну все, хорошего вечера, счастья, здоровья, или утра, или дня. Вот, гармония. О, а у нас музыка. Я думаю, Саши сейчас поест, пойдет он туда плясать. Может, у меня будет продолжение моих видео марлезонского балета. Он частенько не может удержаться. Сам собой не владеет.